Гости приехали? Да. А ты знаешь, что здесь? Книжки кротик. Ага, не отдам, пока обзор не сделаю. Ребята, у наших детей, у маленьких, и эта книжка моего детства. Я ее когда-то показывала, когда мы ее заказывали в предыдущий раз. Мы из-за этой книжки очень сильно поссорились с братом, я помню. Потому что он решил, что это его книжка, а я пыталась у него его отобрать. И это было в возрасте, наверное, лет 10 моих. А он уже был постарше. Я говорю, нет, это моя. Я говорю, нет, моя. Очень любила ее. Потом мы на эту тему этого же, по мотивам, наверное, книжки, мультики, да, создали были. Скачали мультики, дети у нас смотрели. Саша влюбился в эту книжку, Боря влюбился в эту книжку, ребята старшие читают им, я читаю им, Саша сам их читает. А потом говорит, мама, ты можешь посмотреть, есть ли еще книжки кротика? Я как туда зашла, у него столько рассказов. Поэтому обязательно сегодня снимем обзор и отдадим тебе их. Обязательно посмотрите обзор от Росман. Сашунька пошел заниматься английским, а мы уже сняли обзорчик. И Поля такой, можно сразу я почитаю? Говорит, читай. Ну, Максим тоже присоединился к нему к чтению. Давай. Давай. Не, ну вот так, смотри, ручка держишь, а эту здесь листаешь. Она переворачивается, пока новая, видишь, она это будет падать. А когда уже вы ее несколько раз почитаете, вот это вам будет, да? Но, новое, надо, да? Сашу подождать. Нету. Мама! Нету еще такой у вас. Мама. Смотри, какая лиса злая. Надо Сашу подождать, когда он отучится, да, его впечатление. Да, сними его впечатление, я прям хочу это запечатлеть. Это, кажется, та вот эта. Это твоя. Mm-hmm. Это здесь две истории. Смотри, какие истории за ней. Спасибо. Вот. Снеговик и Рождество. Спасибо. А, кстати, а где же кротик и снег? Должен быть еще кротик и снег. Спасибо, папа. Смотри, еще есть кротики и лиса, кротики и бабочка, кротик... Так это не все книги! Да, я как раз таки говорила с папой. А здесь другие абсолютно, здесь даже не такие. А, может, издательства разные? Я, кстати, не помню, какое это издательство. Вот это Росман, а это, наверное, другое издательство. Кротики Росман тоже. Как кротик вылечил мышку, кротик и... Короче, вот здесь смотри, вот здесь ты. 4, здесь много вообще, здесь очень много историй, смотри. Сколько? А получается, у них просто еще нет. Так получается, вот эти тебе еще книги нужно взять? И снег, лиса, бабочки и варенье. У нас таких нету. Саша, держи кулачки, чтобы появились, потому что не было. Это все, что было. Ну что, ты возрадовалась? О, да. Ты по поводу этих крючочков? Да, по поводу крючочков. Перестановка. Посмотрите налево, и вы увидите новое место для наших весов. Угу. Посмотрели. И у нас любимый вкусный компот обязательно рецепт выложим. Максимыч. Попозже на канале. Прям такой рецепт мы нашли, рассчитали. Гармония. Ой, вкуснятина. Короче, нам не хватало вот этих крючочков вот таких. И у меня оно было по 2-3 штуки на каждом крючке. И это очень неудобно, когда нужно быстро что-то взять. Хотели посмотреть, сколько у меня крючочков. И все по одному висит. Теперь что надо, быстро как раз подошел, взял. Но для этого нам пришлось перевесить весы, докупить новых крючочков и перевесить наш слюнявчик сюда. Один у нас в этом в ящике теперь с нами ездит, а второй мы сюда повесили. Один у нас домашний слюнявчик, а второй на выезд. И перевесили мы, как же он называется? Дуршлаг. Дуршлаг, да. Отлично. А они занимали, видите, сколько места занимают? У меня вместо этого три крючочка, три, ну, чего-то висит. Вместо этого, посмотрите. Что он там крючок? 5. Вместо весов тоже 2-3. Это он играется с Пашей. А, с мечом. Да, с мечом с Пашей играется. Вот. И теперь очень классно получается, что очень все удобно. Спасибо тебе огромное. Пожалуйста. Купили крючочки. Боря их, правда, еще немножко поджал, потому что, ну, они широкие. Они на 25-ю трубу были. И все. Это прям, ты не знаешь, как я мучилась. Ты подходишь и начинаешь перевешивать. Я знаю. А, ты сам знаешь, чтобы под низу достать то, что тебе надо. Да. Там прям все комфортненько, компактненько. Я посмотрю, что дети больше всего пользуются. Они вот отсюда обычно достают. Им раз, они раз и долезли. Вот здесь, ну, я ставлю, да, наверное, то, что для них нужно. А то, что для нас с тобой, там, ну, то, что для готовки туда оставим. Хорошо. Сына, это ты там, скажи, кричишь на всю. Ты с Пашей игрался? Что, компотик еще хочешь? Компотик? Да? А, вот с кем он игрался. Посмотри, это кто такой? Это кто такой? Кто к тебе пришел?
Это нечестно. Стой там. Все, сейчас я на все показываю. Давайте компотик налей, давай. Это нечестно. Вкусный компотик. Бери пока с Пашей поиграйся. Сейчас компотик налей. Папочка приехал, привез нам огурчиков, забрал в селе. Мы уже их брали, вкусные огурчики у одной женщины здесь. Все пособирал, позабирал, которые были только. Ну, которые она продавала. И молочка купил, 5 баночек привез. Надо сейчас сметанку собирать. Что ты говорил там про книжку, Тимофей? Крутая книга. Крутая книга? Приключения черной руки. А ну, покажи внутри ее. Это та черно-белая, да? А чем она тебе понравилась? Что тут есть вопросы. Вопросы? Да, это все, о чем она мне нравится. То, что тут есть вопросы. Это самое главное. Я была бы короче, тебе нужен контакт с, типа, с худой... Да. Я тут читаю, я уже столько сезонов пересмотрел раз детективов. И сразу, вот, допустим, есть, допустим, надо посмотреть, почему, типа, они поняли, что дом жилой. Сразу, на что я обратил внимание, это на YouTube. Понятно. Это, типа, ну, сразу покажу. Короче, Тимофей подсел на детектива, а Паша Гарри Поттера читает. Уже какая часть? Четвертая. Это ты уже по новой пошел или уже по второму разу или по третьему? По третьему. По третьему? Ого. Боря тут построил змею из домино. Нет, это не змея, это домино. Доминошка? Да. Такая большая. А вот сейчас там... будет вот это. Чутики. Давай, Боря, запускай, и сейчас посмотрим, как она поедет. Давай. Ой, не упала. Давай. Давай, бух. Дай 5. Немного, конечно, не упало, но ладно. Давай. Ай! Хорошо тебе с Пашей, Максим? Ага. Смотри, это он так и заснет. Я думаю, что, вероятнее всего, да. Ёлочка, лети, не пись, ёлочка. Ты Максимку кормишь? Да. Птица летит, не писемляется. Кушай. Максим летит, не писемляется. Водители едят полным ходом. Я тут с Борей. Боря меня сверху попросил, что ему построить? Саш, пересадь дорогу нас ехать. Большую дорогу. Мы сначала хотели из липучего конструктора построить, но решили все-таки построить здесь легопоезда. Получилась вот такая вот дорога. 2 моста. Вот там вот идут под стульями. Здесь подъем, спуск. И вот так вот сюда идут. И снова 2 моста. Сейчас я запущу паровоз вместе с камерой. Ребята кушают, у них сейчас на занятия с репетитором. Наша картошка еще варится. Тут ребята говорят, мы ходим кушать, у нас репетитор занятие. Я говорю, так картошка еще не сварилась. Короче, я пошла к этой мультиварке. Так, маленькую повыбирала, да? Да, повыбирала и мелкую, потрогала какая, не сырая хоть? Нет, не сырая. Ребята сидят кушают, быстренько убегают, а мы дождемся уже всей семьей картошечку и будем все вместе кушать то, что доварится. Селедка у нас сегодня, картошка на обед. И... Покажи. Я решила поиграться детским набором. Покажи, подожди. Набор 7 семян. Это самый большой набор, который есть. Из этой серии есть поменьше, есть побольше. Чем отличаются наборчики? У них разное количество семян, разное количество контейнеров, ковриков и так далее. Это такой классный набор, особенно классный для городских жителей. Да и те, кто в селе живет, то же самое. Привет! Привет, ты проснулся? Смотри, давай с мамой набор будем смотреть. Короче, органическое удобрение, бельгийская серия, удобрение для овощей, брызгалочка, давай вместе посмотрим, что здесь, коврики, ой, льняные коврики, вот такие пушистые. А смотри, а ты его посмотри,
одни ему там одно и то. Да, смотри. Что это у нас? Редиска. Вот так вот, смотри, вот так. Редиска. А уже все ему дала. Семена, петрушка, редиска, крес-салат, салат, редис фиолетовый, руккола. Ой, руккола, она такой вкус имеет. Мы не любители рукколи, если честно. Мизуна. Что такое мизуна? Наверное, салат какой-то тоже. Надо в интернет лезть считать, что такое мизуна, вообще первый раз слышу. И кальраби. Это капуста, понятно. Ой, а это что такое? Это, наверное, клеить, что ты посеяла. Не знаю. А, да-да-да, это подписывать и клеить. Вон тебе семена принесли. Давай, давай. Вот такие. А давай тебе вот другие. Это тоже. На другие. Да, и тут еще подсолнечник, семена и пшеницы, и горошек. Горошек, пшеница и подсолнечник. Здесь очень много ковриков. Инструкция, как это все делать. Ну, в принципе, все просто по инструкции. Перекись водорода для дезинфекции семян. И подарок другу. Подарок другу? Ну, мы детям подарим. Они у нас тут узнали, что мы взяли такой наборчик. И они такие, я хочу выращивать. Ну, говорю, здесь контейнер. Тимофей уже тоже. Тоже, да? И Паша тут говорит, а тоже хочу. О, контейнеры. Контейнеры с дырочками вот такие. Без дырочек. И все. Супер-мупер. Короче, сама идея. Выращивается зелень определенного размера, срезается и на салат. Но я так понимаю, что чем больше ты вырастешь, удастся, тем лучше, потому что больше зелени на салат. То есть это не росточки выращиваешь кушать, а да, именно да, это не проращивание семян, да, а это зеленушка. А именно кушание зелени дома, в домашних условиях, кушание зелени зимой, весной, летом и осенью, когда, ну, в основном, наверное, это проблема осень, весна, лето, когда еще на огороде ничего не взошло. Угу. А для городских жителей это всегда. Это просто круто. Это круглосуточная. Ссылочку оставим. А, да, давай оставим. Классно. У них есть наборчики абсолютно разные. Мы просто взяли набор 3 номер 33, а там есть разные наборчики. Можно попробовать взять совсем маленький. И поменьше, да, попробовать. Нам нужно сейчас выбрать, что мы посадим. Давай, Боречка. Давай редиску, ну, наверное, да? Ты выбери, да. Давай редиску. Редиску. И петрушку. Мне сразу, что такое мизуна? Так хочется мизуна, вдруг это что-то такое, что у нас не пойдет. Редиска и петрушка? А где ты петрушку? Там есть петрушка. Я взяла пшеницу взяла. И горошек. Давай три штуки вырастим. Пшеница, горошек мы любим. Там дети просили, кто будет. А мы им оставим, они сами. Я имею в виду, что мы с тобой сейчас. Нам три петрушку поставь. Пусть. А где петрушка? Тут тоже есть, вот это, наверное, да. Нету здесь петрушки? Есть. Нету петрушки. А, да, петрушка. А, да, давай. Так что 4 тогда? Да, давай 4. Все, 4. И детям оставим. Мне нравится, что без земли. Да, что не нету. Не надо вот это вот носиться с землей, думать, где зимой брать, держать эти мешки земли, потом куда это. Но коврики одноразовые, прорастил и потом выбрасываются. Коврики, кстати, можно докупать на сайте. Поэтому они недорого стоят. А вот это я не поняла, куда. Это, наверное, в воду добавляется, да? В воду? Да, наверное, так. Ну, читать да, надо. Поливать, это для полива. То есть воду можно добавлять, вот это растение, удобрение. Значит, здесь по инструкции нужно смочить в теплой воде. И только потом, ой, он как губка впитывает все в себя. Смачиваем, кладем. Мы только что с Борей начали читать инструкцию, а пшеница и горошек замачиваются в воде. Крупные семена вот эти, они всегда, да? Ну да. Свеклу мы замачивали, что горошек. Влагу такие, нам да. должны натянуть. Да-да-да. Наверное, этот огурчик, если где. Ой, огурчик бы. Помнишь, какие вкусные зелени? Вот это вот чувство, как будто свежий огурец в доме зимой. Короче, получается, мы сможем только сделать мелкое сейчас. Ну да, два штуки. В следующий раз уже сделаем. Давай тогда что-то мелкое сделаем. Давай все-таки вот это мизури попробуем. Что-то. Ну давай, мизурку. Я уже намочила, давай эти мизури. Крес-салат нет. Она черная, как мак, мизури. Давай, можно салат, да, и мизури. Ну, короче, на коврик. Сама суть не очень густо, но и не очень мелко, редко посеять. Так, все. 4 вида. Все-таки я взяла редис вот этот голубой, синий или какой-то, фиолетовый. Вдруг теперь на дружку ставим. Единственное, что нужно будет поливать, вытаскивать отдельно. И сама суть, что проливать его нужно время от времени, чтобы коврик, а потом всю лишнюю влагу сливать. Да, чтобы коврик пока, только был влажный. Пока корешки, да. А сверху сюда коврик с водой. Вот так вот делаем. Я так поняла, что сверху коврик создает как раз таки давление. Эффект. Ну, она там закрыта. Во-первых, давление, во-вторых,
между ковриком и слоем этого, как это сказать, судочка. Такая микро своя флора. Ну, своя атмосфера, да, влажная. Своя, да-да-да-да-да, создается. Как и теперь парнище. В тепло. Только крышкой надо закрыть. Мы один лишний коврик случайно научили, надо, чтобы он подсох. Крышкой накрыть. Все, результаты увидите в следующих видео. Надеемся, что у нас получится. И будет вкусная зеленушка. Так надо здесь только место. Сейчас придумаем, куда ее. Какая зебра? 16 метров длина. Мне сразу вспомнилось это. Тимофей сказал, 16 метров длина зебра. А мне вспомнилось, ну погоди, ты кто? Зебра, как Волк говорит. Вот красавица. На ужин пирог зебра. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Ой, какой хорошенький выдался. Он не всегда у меня получается, но сегодня прям хорошенький. Вышел. Да, да, такой пушистый. Как зебра. Посмотри, идеальная зебра. О, я научилась делать, что прям вишки и полосочки. Черная в белую или белая в черную? У меня пирог... так, черный в белый или в белый в черную? Наверное, черный в белый, хотя здесь мне кажется... С примесью коричневого. С примесью коричневого. 12 белых и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11. Я говорила одинаково, поэтому это черно-белое. Прямо аппетита, ребят.